Так, ну что, ремонт подходит к окончанию. Плитка вся закончена, стены покрашены, потолки тоже. Это вот маленькая комната. Отсюда начнем обзор окончания ремонта. Осталось плинтуса и кое-где подтереть затиркой плитку. И все. Вторая комната. Первая 9 квадратов, стены 27, вторая 36 квадратов, стены по полу здесь 17. Такая плитка, везде теплый пол здесь, полностью на всем первом этаже. Ступеньки такие вот интересные, тоже плитку делал все. Не скользкая, шершавая, ребристая. Вот это подрезка самая интересная. Мерить эти кусочки. Так, ну а вот дальше коридор начинается. И там гостиная. Везде теплый пол. Везде. Это вход. Один из входов. Здесь будет компьютерная. Все. Тоже дверь новую поставили. Откосы полностью сделали. Зашпаклевали, закрасили. И вот такая плиточка 10 на 10 ставка, их 300 штук примерно здесь на всей площади, на всех 80 квадратах. 3 недели я клал эту плитку, очень тяжелая по подрезке, потому что каждая плитка разная подрезка по длине, здесь одна, там уже меньше, там еще меньше. И так вот она везде идет при такой укладке. Здесь почти целая плитка, здесь пошел кусочек. Вот он. Потом больше, 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 больше. И так вот она вся. Плитка трудная была. Так, это вот я сделал под шкаф, с кирпича выложил, поштукатурил, обложил плиткой, покрасил. Здесь будет шкаф стоять. То есть по всей длине вот такой шкаф на этой стене. Плитка здесь подвальная, то же самое сделано. Плинтуса из плитки. Это эта же плитка резалась по 10 сантиметров. Она 30 на 30, то есть 3 участка вот по 10. Потом так сюда клалась. В подвале. Ну везде. И в подвале, и на второй этаж. Такая вот плитка. Потолки покрашены, плинтуса поклеены. Это вот коридор. Это санузел первого этажа. Все закончено. Осталось там тоже потолок доделать. Здесь будет онная инсталляция установлена. Ставить двери. Это арка. Так, это на второй этаж лестница. То же самое все клалось. Здесь у нас непосредственно управление теплым полом находится. Вот оно. Регулируем с помощью вот этой штучки. Вот. Вот они, трубы расходятся. Здесь мы зашили гипсокартоном все. Тоже положили плитку на пол. Покрасили. Все. Красиво сделали. И такой люк поставили. То есть вот это люк. Вот. Он пошпаклеван. Осталось сюда наклеить уголки пластиковые. Вон они стоят в углу. И все. Здесь такой сделали порожек металлический. Надо будет потом затереть это все тоже затиркой. И все будет красиво. Так, это гостиная. Вот 50 квадратных метров. Здесь надо будет плитку положить. Рабочую стенку, фартук. Ну, вот, собственно, тоже. Вот так это все выглядит. Ромбовидные участки, по центру телевизор, здесь будет камин, все покрашено, потолки и стены. Осталось затереть этот участок, 17 квадратов плитки. Камера видеонаблюдения дистанционная. И все, в принципе, плинтуса осталось сделать, розетки, выключатели поставить. Так, второй этаж, поднимаемся по лестнице.
Тоже здесь участки сложные были, такая подрезка плитки. Так, поднимаемся. Стены покрашены. Сегодня закончил покраску стен второго этажа. Вот комната одна. Второй раз покрасил. Это вот вид такой, соседи. Зима на улице, январь месяц, снег. Это вот одна комната. Такой цвет красивый, розовый фламинго. Так, это коридор. Здесь надо будет разобрать козел, ламинат будет. На полу он лежит, осталось положить его потом, в последний момент. Так, лестница на первый этаж. Здесь стоял козел, доски, и с помощью этого все это шпаклевалось. В общем, этот козел я ставил по бокам. Здесь был брус в стене, я потом его вытащил, заштукатурил. Я ставил сюда доски, сбитые между собой, и на них этот козел. И так вот я вот это все шпаклевал внизу и красил. И клеил плинтуса. Потом это все убрал, заштукатурил по бокам. Такой вот вид тут. Так, ну это вот кладовка. И там люк поставил на чердак. Вот он стоит. Тоже надо будет посмотреть уголками. Может его так облагородить. Все тоже плинтуса поклеены, покрашены. Вид отсюда такой вот. Соседи с другой стороны. Вот так вот тут. Это вот коридор, это санузел второго этажа. Здесь разделили мы полностью зону на туалет. И здесь будет душевая кабина стоять, вот она. Здесь будет ванна стоять. Вот в этом месте вот. Вот под ванну сделано. Вот он, кран под ванной. Ну вот так вот, это из гипсоблока выложили все, с позаребневых плит точнее. Поштукатурил я и положил плитку. Вот он санузел второго этажа. Светильники поставил везде. Потолок гипсокартон везде на втором этаже я делал и шпаклевал. Везде на втором этаже гипсокартон, потолок. Требование было заказчика, натяжной не хотел. Поэтому мы делали гипсокартон. Один светильник надо будет заменить. Так, собственно, это все светит. Сколько? 8 светильников. Так, ну вот следующая комната покрашена. Такой цвет кремовый. Кремовый, кофейный, как это можно назвать. Здесь идет скос крыши, досками обшить, поэтому пришлось сделать такой тоже скос гипсокартоном на потолке, вот так вот, так по всей длине, в этой комнате и в той. Так, я в одно видео хочу это все вместить, это балкон. Здесь тоже самое, потолок гипсокартона. Штукатурка, стен была поштукатурена, плитка на полу, надо будет затереть. Такой вот из балкона. Вот он балкон, ромбовидный. Плитку затереть надо будет затиркой. На втором этаже теплого пола нет, просто радиатор стоит. Такой вид с балкона. Так, вот она следующая комната большая. Вчера покрасил бирюзовый цвет, симпатичный тоже. Окна с арками. Радиаторы, отопление все подключены, греет. Ну такой получается, тоже вот, это скос крыши, который идет, обшивался гипсокартоном летом, это делалось все в июне, в мае я начал, вот это занимался потолками. И потом шпаклевка, поклейка сетки везде, на стенах, на потолке, обязательная шпаклевка под покраску всего второго этажа. Первый этаж был пошпаклеван уже узбеками. Ну вот как-то так вот. Такой вот ремонт получается. С мая месяца, сейчас январь, полгода я здесь один делаю. Были поштукатурены стены, залита стяжка. Электрика проведена с отоплением. Остальное все я сам делал. Плитка. Как-то так вот. Плитки много. Два санузла было. Лестницы, второй этаж, подвал. Так что вот так вот, вот ремонт заканчивается.
Все самое сложное прошло. Пол был неровный, пришлось плиткой выравнивать. Иногда слой доходил до 1,5-2 сантиметра.